Всем приветики. Купил себе месяц назад внешнюю звуковую карту как подарок к Новому году, но только сейчас дошло дело до распаковки. Называется она Creative Sound Blaster X5 Surround 5.1 Pro. Пришла в такой коробке. Здесь у нее минимальные системные требования написаны. Windows 7. 8, Vista, XP-шка, USB-порт, гик-оперативки, CD-ROM для установки программного обеспечения, технические характеристики на USB 2.0, Surround поддерживается, если ниже, то нет, комплектация, сама звуковуха, пульт, диск, инструкция, ну и кабеля. Вот так вот выглядит звуковуха, пульт к ней. Вот, с этой стороны. Все то же самое, только на английском. Ну, еще русский текст, что поддерживается. Ну, что есть инструкция на русском языке. Вот, с этой стороны. С одной стороны показано подключение домашнего кинотеатра. И системы 5.1 к разъему. А с этой стороны микрофон подключается. Плеер, либо наушники. Так, с этой стороны там, по-моему, серийник был. Я его закрою на всякий. Ну и на английском, естественно, ничего не понятно. С этой стороны. Вот так вот оно выглядит. Все сбоку. То, что было там сверху показано. Вот оно все. Пультик. Русский текст. Приоритеты ПК. Пятиканальную развлекательную систему с пультом. Высококачественный разъем позволит улучшить звук. Подключение одним кабелем для объемного звука. Плюс проигрыватель с поддержкой того-сего превратит ваш ПК в целый домашний кинотеатр. Так. Ну и насчет распаковки. Переходим к распаковке. Отрежем мы эту вот штуку, которая все это держит. Это у нас такая типа скотч. Скотчем заклеена. Сейчас мы его отрежем. И откроем. Открывается она вот так вот. Внутри лежит сама звуковуха. Вот она в пакетике. Surround Sound Blaster. Текст. Здесь вот они разъемы, что вот он нам показывали. Sound Blaster. Сбоку оно вот так вот выглядит. Здесь подключаются наушники. В разъем под что он там писал? Разъем под плеер и микрофон. То есть вот как-то так. Микрофон, наушники, ну и плеер. Так. Там тоже ж был типа серийник сзади, ну вот все просто, типа. Сюда подключается система 5.1, сюда домашний кинотеатр. И через мини-USB к самому USB. Плюс крутелка громкости. В коробке, по идее, должно быть все остальное, что там писали. Это пультик, кабеля. И сам кабель для подключения к USB. Довольно-таки длинный на вид. Плюс инструкция. Силикагель для собирания влаги.
диск для установки ПО. Драйвера и все прочее. Это что? Это, как обычно, безопасное использование устройства, по-моему. Да, что-то типа такого. В коробке больше ничего. Это у нас что? Тоже по поводу утилизации, наверное. Технические характеристики, техника безопасности, срок эксплуатации. Ну и сама инструкция, по идее, должна быть вот. На нескольких языках. Русский, русский нас интересует. Как же их здесь много, этих языков. Инструкция, ну вот оно все показывает, что для чего надо, типа регулировка громкости, это индикатор включен-выключен, это я не знаю, что на английском типа написано, а потом пульт, здесь показывает, что можно вынять, видимо, заменить батарейку, потом функции пульта. Ну, типа звук выключить, само устройство выключить, менюшки там всякие, все на английском. Здесь расписывается, что куда подключается. Наушники, микрофоны, здесь различные устройства. Здесь колонки подключаются, здесь домашний кинотеатр. Так. Пишет, как установить киберлинк. Там вроде бесплатная загрузка должна быть. И... А, вот здесь она пишет. А, это регулятор громкости. Б. Инфракрасный приемник. С. Индикатор питания. Пульт дистанционного управления. Заряд батареи. Удалится пластиковую полоску. Ну, дальше всякие менюшки, которую она использует. Здесь что? Наушники, микрофон, аналоговый аудиокабель. Д. Проигрыватель на уровне выхода предусилителя. Е. Проигрыватель MP3. CD или кассет. Стереокабель. Система Hi-Fi, оптический кабель. Устройство записи кассет. Использование программ. Ну, там, понятно, установка, все такое, запуск. Вот так вот выглядит инструкция на русском. Слишком большая и неудобная. Вот. Потом идет диск, кабель для подключения к USB, сама звуковуха, пульт, силикагель. Коробочка, в которой оно все лежало. Первое впечатление вообще очень хорошее. Ну, просто от открытия кажется, что вот она у тебя есть. Качественная штука. Вот пока она лежала в этой коробочке, я думал, что она будет реально огромной. То есть, как вся эта коробочка. Она такая маленькая, миниатюрненькая. Вообще приятно, что она такая миниатюрная. Такая маленькая, на вид такая качественная. Крытелка еще так. Плавненько, мягко крутится, вообще супер. Пультик такой. Ну, то есть, вот так она будет стоять, и ты так будешь щелкать. Вообще, блин, класс, удобно, по-моему. Классная штука, мне нравится. Мне уже нравится. Посмотрим, что будет, когда подключим. Думаю, не разочарует. Вот, как-то так. Осталось затестить, опробовать. И потом выложить результат, каково оно все на вкус. Вот как-то так. На этом все. Всем покедово.